Звон хиль. Милики вниз прыгнули, трэш доводим до 20%. РДД все в босса. Опять. Стоп, нас не добивает. Хватит. Весь трэш там около флага. Метку вам поставлю, РДД, ориентировочную, где собираемся, когда босс взлетает. РДД в трэш при взлете не добивайте их. Вот сейчас, который лол хп, бейте. Все, пока время есть, босса побейте. Венчику противоположного флага лежит. Служи, вышли. Но... Кладбон Денчика БР. А, у тебя КД, да? Грин, грин персик БР не Денчика. Сбежали, сбежали. А Женуэн Кавата. Все рядом встали в одну кучу. Все, БРте. Своей цели. Денчику сразу инер потом залейте. Вот готовьте сразу к трусы бежать, перебегайте поближе. Там же нету? Нету. Бейте, у кого фул хп. Еще нет. Скоро взлет к треугольнику поближе. Бейте не череп, не череп, точечно. Старайтесь АУЕ, что второго не добить. Не бить. Сейчас, стопнули, стоп. Не по черепу. Стопнули. Стопните дамаг, пожалуйста. Все, добивайте их. Лужа, лужа, вышли. Стопнули дамаг по черепу, точечно бьем. В трусы поближе, встаньте все в кучу. Стопнули дамаг. Все, добиваем оба. По черепу бьем, по второму стопнули ДПС.
Стопните по мобам ДПС. Все, заливайте их. Стопнули ДПС не по череп. Бейте по черепу. В кучу в трусах. Стопнули по черепу. И по второму. Рядом с трусами вставайте прям. По черепу влились, трусы забежали. Там. Рядом с трусами, рядом. Стопните по вообще по трэшу. Сейчас приземлиться добиваю. Все, все в босса. Хуй на трэш, держите его. Потому, все, бля, зальем, давайте. Трусы. Ну, во время только не заливайте. Да. Там уже останется 0%. Вот отделать нехуй, бейте. Как приземлиться, у кого мало хп будет, залейте одного, потом все в босса.
Лёх, почти ПМ. Венчик, по-моему, мне туда побежал. Бля, сейчас мне пойдет, мне будут плечи на мага, я, блядь, не знаю, что с костёк. С костёк готово, даже воронки. Точнее, они есть, но они... Ну чё, пострадай немного, как я. Ты, сука, всем уступал, блядь. Теперь самому нужны, сука, они ходят. Не ходят на рынке. Денчик, ты по роллу выиграл. Ты по роллу выиграл. А так как я через задон отдаю, я тебе отдам через задон без ГП. В чем проблема? Просто этот, да. Лутмастер, ты по роллу выиграл, я тебе отдать кота не могу. Я его нажал на эту хуйню, я отдал тебе без ГП. Чем мне нравится? То, что у меня подорвы освещают. Тоже не знаю, что не нравится кому. Денчик, ты понял суть, нет? Я кота-то тебе отдал, ты сотку выкинул по роллу. Еще не Новый год. Так, что там в гильдии? Ничего нахуй, никто не появился. 30 человек онлайн, ты? Мыс нахуй, Эрнест. Сейчас ГП получит. Не. Так, или Дара знаки потом в конце разролим. А что за этот проводит? Фуривар, Навар. Ну, я его тоже брал с тем учетом, что он будет ходить, я хуй знает, в АФКшит пока. Это лот, банти по бокам. Его кикнул сейчас нахуй, еще что. Я ему весь ПМ засрал, что РТ, вся хуйня, он АФКшил. Сейчас даже ничего не отписал и в ЦЛК сидит. У меня нет. А чё не везёт? Да ладно, чё, моё дело набирать там. Нет, да выстрелит какой-то адекватный человек. От неадекватных будем избавляться. Какая хуй разница нам? Согласен?
Блин, у меня народ такие рофильные заметки. Лёх, ты тут? Да тут вот. Если хочешь кто-то тикать, тикать. Да не в этом смысл. Лёха, ты читал, что адмирал писал? Да. Дайте баф по ДК. А чё адмирал писал? Секрет. Этого босса без ДС не пойдем. Ну он здесь-то посидит на этом боссе еще. Через 10-15 минут сказал приедет. Быстренько трэш сейчас зачистим, там хули 5 минут его бить. Я сейчас японца постараюсь посадить за себя, если этот, на всякий пожарный. Не надо стараться, давай за Шкварникова и сюда. А где он вообще? Под затыльником. Если бы он мог, он бы, наверное, за себя зашел. Он писал то, что, блин, опасно. Или ты не он? Да, самое время... Самое время прийти. Ну, вчера отмечал вроде как. Лёх, давай в 23-20 31 числа РТ нахуярим, кто не придет в ГП. Да, и те, кто придут, нахуй не нужны, все синие будут. Я самый первый ГП получил. Знаешь, ДВш на РТ поставь по московскому времени. Типа, кто там, блядь, ночью не зайдет, тому ГП. Ага, да, кстати. На Камчатке-то первый Новый год справляют. Мы со стариком начнем сразу ловить ГП. Не, ну если ты хочешь, специально для тебя может сделать то, что ты, если не придешь, тебе будет что-то лагая, да? Я релон по хасту. Кто адмирал? Слышно? Я себя в игре 15 тысяч пунктов. Новогодний пир. Охуеть. Вообще, я
если у тебя нагрузки, то тебе пиздец вообще смотри. Ты заебал, вали нахуй с деревни уже. Натуре заебал там коров доить, блядь. Не коров, а всего лишь кур. Интернет лагает, должен что-то сделать. Не попало. Лёхич, здесь же это. Ты побегаешь на расстоянии? Зачем? Или ханты, ханты будут стоять? Два ханта есть, третий танк. Что я делаю? Да какого хуя он два? Бонжорно. Блять, Саша, здорово, мы тебя ждем, ждем. А я на даче. Всем привет, вы в каком рейде? Я на даче. Вок. Красиво. На даче, давай заходи там. Не знаю, успею или нет на келе. Там твое тело. А то мне надо подарки покупать. Я уже захожу. Там какой-нибудь, заберите. Давай, там твое тело лежит. Ты должен успеть. Тут полутает, скорее всего, лок, который первый раз здесь. Пианист, ты меня слышишь? Нихуя тут никому не надо вообще. А, там у нас хант есть. А, у нас не... Вот отлично. Если я вот не успею, разрешишь мне в оку пойти в майнстатик? Кто тебе сказал, что лока будет? Ну я вот не знаю на самом деле. Так, рыбу ставлю. Покупайте у товарищей, берите где хотите. Вы же как умные ребята, рейдеры от бога, должны были сапротов закупить, согласны, да, со мной? Дайте кулак по ДК. 1000 ГП у кого не будет. Лич, а в чем фишка? Нихуя, Драгон, я по 220 их на аукционе покупаю. Ну, бэти дурачок там по 180 по КД. Ну. Где ты по 180, таких цен уже нету. 180 уже давно нету. Там нахуй только нахуй. Знаешь, хотел купить, короче, на сапрот, и смотрю, нахуй, там гнилист, нахуй, 800 голд стак, нахуй, я такой, вообще не... Давай, до свидания, нахуй. Я не стал... 800 за стак, это так разы. В смысле, вообще, самый минимальный, блядь. Потом уже через день я захожу, там уже по 600, потом по 500. Я хуел. Роги, ханты сразу на успех. Драгон обмен. Ну там Войт еще хотел. Войт, ты будешь ролить? С Войт, да? Кого? Ну я на успех тыкал. Ты про Триню? Ну ты, да, рольни сейчас, Роб. Че, ты кинул? Я не вижу сколько. Да, он там просто 4 кола. Сколько ролл у тебя был сейчас? У меня не отразился. Так а ты бы просто бы спросил бы, нормально на тебе или нет? Мы бы тебе все... Бля, вы чё флудите, я понять не могу. Вы мне можете ответить, кто выиграл? У Драгона 83, сколько войд кинул? 14 войд кинул. Драгон, обмен кидай. Рыбу поставил, кушайте. Сапроты берите, где хотите. Там Кават. Если вы сдохнете. Кават 94 выбросил. Кават. Кават, да? Да. Да. Кават, обмен старику. Зачем вам колкать так? Потому что мы можем, а ты... Вот да, ты и бесишь. По фану, наверное. Интересно посмотреть. Я вам говорил, что к рейду надо готовиться. Если Леха одобрит, я бы даже 1500 въебал, кто без сапрота сдохнет. А то и две. А чё уж тут пятак? Где две, там больше. Кто больше? А
не знаю, тут в любой рейд минимум один саппорт нужен. Минимум. А лучше 4. Вообще, а к тому, что типа в рейде нет саппорта, это как? Чё, Драгон, как у тебя? Протанчишь? Протанчишь? Кавак протанчит, мы договорились. Так, вкратце для новеньких. Стоишь во фрейме босса, около спины. Как можно меньше агро, как можно больше дамага. Все, ничего больше тебе не надо. Сапрок выпей. Еще раз рыбу ставлю. Пока танк не поставит босса в центре, никакого дамага. Это для новеньких. ГП можно хапнуть. Запал вылетел один. Старик, погоди секундочку, релогнусь быстро. Что-то кому-то нужен, да? Из паролинов. На ОВ паролем, чё? Ну, мне это надо. Короче, смотри, у тебя иконка вылазит, лог в центре, там есть main spec, off spec и... отказаться. Вот это три основные вещи, которые для тебя нужны. Всю остальную хуйню можешь не жать. По-английски там все написано. Main spec, off spec. Ну, off spec'ов, грубо говоря, у тебя тут не будет. То есть у тебя все по мейну, грубо говоря. У меня агрописки этой нету, так что там смотрите со своими сальвами, хуяльными сами. Чё, пулями? Да, поехали, у меня времени не так много осталось. Чё там, чё? Бля, Люхич, ты же РЛ. А на кого напал? Вот вам квадрат. Два танка, даже ее. Войд пошел, стал на рейндж. Два ханта тоже. Руха друга на рейндже. Подальше станьте. Ничего вы все в одном. По готовности. По готовности. Поехали. Все в одном фрейме с танком. Протопи. Внимание! Вы подлежите уничтожению. Принятие альтернативных мер. Силовых параметров. Принятие альтернативных мер.
силовых параметров. Расчет силовых параметров. Чужеродная форма жизни деактивирована. Силовых параметров. Уничтожение успешно завершено. Расчет силовых параметров. Силовых параметров. Угроза нейтрализована. Успешно завершено. Принятие альтернативных мер. Дайте баф, пожалуйста, под попал. Жену я поднимаю гримперсик, гримперсик поднимаю Локи, кладбом поднимаю драгона. Расчет силовых параметров. Пока тут пахана. Спасибо. За письками своими смотрите за агро. Кто первые три позиции, кидайте сальв. Старику сальву. Принятие альтернативных мер. Уничтожение успешно завершено. Дал ему. Расчет силовых параметров. Yeah.
идея альтернативных мер. Принятие альтернативных мер. Старый, я ремонтнул по-быстрому. Неужели? Да, у меня что-то лагает, я маговские плечи не могу ролить. Мне боя показывает дофига кадров в секунду, а как бой начинается, вообще все дико лагает. Дрим персику 250 начислишь. Все, адмирал, иди, я тебя заменю. Да ну нахуй, Audi GC. Я выиграл D5? Нихуя. Сколько ГП у него было? Все, всем вискаря, ребят, я проставляюсь. Адмирал, за тобой админы Сируса выезжали? Лич, она тебе не идет, как на Олспир. Ну все, значит, не отдала. Скрабли, трансмог в башке появился. Скрабли, трансмог, красиво. А ради чего еще? У меня просто плечи и шлем как раз по трансмогу. Так, кстати, ГП за шмотки не начислил. Блядь, ну я знаю, можно? Старик, я отойду на минутку, пока трэш. Мы предупреждали перед пулом, то, что из саппорта не будет 200. 250 за саппорт, это еще по-божески. То, что нет. Лёха сегодня в настроении. Да он встал, когда сказ был. Нет, вот там не сопрот, он сопрот, он да, под каст встал просто. Вставить мне в каст тоже. ДВМ типа все объявляет уже. Даже, блядь, Дживс, то, что я заспавнил, даже его палит. Так, а ты в ДД был? Я, да. Сколько? У тебя есть рекаунт? С учетом того, что я сдох 14, а так пока не сдыхал где-то 16. Блин, ты не подал. Сколько раз у тебя колбу ударили? Колбу? Я так понял, япончик все съебнул. Не-не-не, я захожу, я же говорю, я релок взял. Адмирал, адмирал, я имею в виду. Япончик, ты в ДЦ. Да-да-да. Кто бы сомневался. Типа одинаково, странно, у меня в Т5 для 70, да, ударило он мне. У меня сколько ударило, у тебя 73, у меня сколько. Блять, я не могу. Лёха, исключи адмирала, чтобы, блять, по 50 раз ему ЕП не отнимать потом. Сейчас, погоди, просто блин. Так, а чё получается, старик? Если я сейчас ролил Т5, могу теперь... Блядь, воронки ролить, да. Можно, да.
Что за ехидный смех? А он не дождался наконец, да? Ветку сменю. А, скинь мне ветку. Скинь мне ветку. Давай, скинь. Только странно, что если у нас одинаково, это очень странно. Чек на медленно. Только смотри, белка. Там очень проблема с маной будет. Давай, типа давай. У тебя маша автоатак больше намного. Ну просто я думал то, что это мусорная твинка будет в Т5, и что-то она как в Т4 стоит. Лёхич, а ты чё сегодня молчишь-то? Не настроение. Вова! Сколько хосты у тебя? Мсот, да, у тебя? Совы, готовимся откидывать, когда эти долбоящеры с агре, которые кристаллизуют, ну вот эти вот, часы. Тимула те же. Да. Ожог, доспех и бок. Пианист тут. Хотя знаешь, белка, я на самом деле думаю, что можно попробовать затестить вместо символа ожога символ на этот. А чё? Ну, он же там этот, типа, он время произнесения. У тебя 4 теперь, да? Да. Теперь да. Кирса, у тебя? Тоже. Да, блядь, старик, я всем магам, всем, блядь, кому можно было, всем. Я уже давно. Тут у меня в другом проблема, у меня нет ни одной нормальной твини. Ветви, чё тебе? А единственную твиню, которая мне нужна с рейдов, я зашел и спиздил Миша. А, я помню. Вот пока она не выпадет, я его буду каждый день достать. Чем я занимаюсь каждый день, кстати. Причем ты второй был по ролу. Так понимаешь, я первый по приору в ДВ-статике был. Он вообще, я не знаю, откуда он вылез там. В этом и проблема вся была. Что в мейн-статике он по приору хорошо идет. Вот, типа, отлично. А в ДВ-шном статике, ну он у нас там... Ну тогда Леха присутствовал. Леха сказал, да, отдать, Миш. Я знаю, что Миша там, он с ним договорился, что он с ДВшниками. Меня просто бесит, что она не падает теперь. Она и до этого не падала, она как-то чудесным образом. Это какая, которая на хосте? Не, кстати, намного падала, аж за 3-4 точно у нас. Но она ты понимаешь, падала, да? До того, как ляпнули. Что я для теста тоже теперь охочусь за ней. Дети, да? Просто уйди. Просто скажи ему, да у тебя приоры нет. Это вы про вот эту говорите? Нет, про секстан. Старый, ты все равно только в хиле ходишь, зачем тебе триги? Понимаю, там чеху гер. Ее хоть в хиле можно юзать тоже. Стоит там, наверное, в баснах ДПСит, я ебёшь, да, в рейдах войд хилит. Ну так. Чё, Данечка, я почему мага и создавал после шамана? У него альтернативы нету все равно. Я тоже создал мага, блядь. Пару раз Лёха написал, что маги дно не дамажат, нахуй, и мне интерес проебал. Там-то, видишь, он нихуя не делает. Да не, маги-то нормально бьют, типа просто МТ-5 не столько много дает, сколько другим классам. Да
Что за фростат, он такие басни рассказывает. Да, уже все, уже забудьте. Они его, короче, сами не так сделали, да, а потом слили. А Миша просто так кучу голды потратил. А я ему говорил, хуйня я не майся. Все, маги опять сосут? Не, ну фрост в смысле. Фрост дает еще меньше, чем в Т4, по-моему. Я про фрост и говорю, я слышал этот кипиш, когда там Фарада чуть ли не богом серва стал. Да надо меньше кипишевать было тогда, и все нормально. Это, знаешь, это то самое чувство, когда маги спалили то, что фрост дамажит больше, чем должен, его зафиксили быстрее, чем любой другой. О, а надо эта хуйня вообще реально кому-нибудь? Ну да, так не надо. За воронки делать трансмог поясом, ну так. А Юн сделал. Так он пуху сделал. Ну Дарт тоже себе пуху сделал, ну. Это же уже это. Извращение. Это, знаешь, для есть. Тех, кто хочет почувствовать себя миллионером. Кикни, говорю, адмирала, пожалуйста, он когда придет, возьмем его, иначе это, чтобы я ему не минусовал там. А ты заранее минус. Да, зависит рейд минус, а не минус. Он просто тебя еще не шит, так, по секрету. А зато адмирал стоит. Пока он ничего не говорит, это мы не значит, что он нас слышит. Ага, Лёха всегда слышит. Лёха не, слышит лишь тогда, когда с замученным микрофоном. Я думаю, кикнуть кроме они. Слышит ли это относится, когда зеленые цифры там в гильчате. Друганы, я чё-то не понял, чё нахуй, ФКшим, пиздушим, блядь. Мне в ПМ один человек предупредил. Один предупредил, другой улетел. Ставить по трэшу ДПС, но на ГП будет весело. Соревнования будет. У меня такую тему. Кто ниже танка, тому ГП. Да не, первому ЕП, остальным ГП. АДК выиграет. И потом неожиданно смотришь, а играет тут два человека всего лишь что-то. А ты что, Драгон, думаешь насчет вот 4Т5 и колба вообще актуально было как-то? Ну, я так подумал, там еще раз подумал, будет актуально почти всегда. Да, и судя по тому, то, что мы одинаково... Что ты у него спрашиваешь, он даже еще не бегал. Ты не можешь не спрашивать, конечно. Просто смотрите это, смотрите там, они прям... Притык идут к друг другу, не сагрите все два пати вон этих дебилоидов, блядь. Просто я к тому-то, что буря, да, прижмитесь особо... все к стене, блядь. Буря не особо накручивает, да, я так понял, эти проки от пол. Ну нихуя себе не особо, если у меня разница с тобой в 30 это. 30 раз это буря. В 30 раз это понты. С учетом того, что. Что, у меня будет 12 секунд кдэша сюда. Талдарам, отойди еще сюда, назад. Привет. Здорово. Здорово. Чего там, куда собрались? Уже Гину, ну с третьего босса сейчас бить будем. Да нет, только сейчас подошел. Давай, залетай, у нас РДД ни хрена не хватает, вы че? Сейчас зайду, а вы на ком? Да, вы в этот вок пошли. Так, а да, потому что... Сходи. Лёха типа, сказал, что на Лича и на Джайну не хватает РДД, а сейчас он хватает. Хватало бы, если на Лича не хватает. Вы поменьше пиздите, по фасту пройдем и пойдем в ЦЛК. Да-да. Ай, лучше бы ЗС-ку пошли тогда, аж на отдельный день. Откатили, да, пиздец. Там знаешь что, мне Егор скинул скрин, и мы нихера не откатили. Надо написать.
Пошли меня хотели. Либо, знаешь, я на форуме читал, баг есть, что типа если ты на маунте вышел из мира, то при входе ты на маунте останешься. Но его типа не будет в коллекции. Не, у меня вот типа из коллекции. Ну вот у меня был на панели, получается, на панели пропал. У меня на панели тоже стоял. Я ж говорю, эти гандуны дропнули, сука, пустоту. Блять, с улицы пришел. Как вообще холодно. Вы узнали? На форуме, да, кто-то выложил. А потому что всякие дебилы, блин, хвастаются этими азартами. Это, знаешь, это как со всем, что вообще происходит. Вот кто-нибудь там обузил, да, что-нибудь? Так это, слышь, друганы, смотрите, сзади идет провидец, не зацепите. Или зацепите. Не... Сарафанное радио. И дошло до... Вот этих цепляйте и сюда тяните, там еще второе пати идет. Цепляйте и прям вот сюда, прям ДК, притяните, прям зайдите все сюда. Там вторую понимаешь, пати типа? Не зацепите, а, прям то, что забейте. На них куча народу ездила, это... То, что при всем этом... там на форуме начал каждый второй писать. Да, вторую пачку зацепили, да? Первого добьем хотя бы. Бейте первого. Да может и второго добьем, все еще нормально, не печально. Бейте сколько сил. Все, во второго сразу. Этот петушара взял меня в контроль, когда я набрал 10 стаков и слил живую бомбу под проком Т. Нормально? Петух чувствует петуха. Получайте пиздюлей за то, что топнули. Парада. 4 куска, ты 5. Классный, я пол рейда убил, только потом контроль. Ну чё, может тогда диван или чё там? Да, раздавайте диваны. Диваны. И пока он не пройдет, никто не встает. Макс, плечи. Ну зачем ты убегаешь? Где? Они уже спустя 3 недели. Старый, тебе не суждено умереть сегодня. Че мне? Сдохнуть? Ну да. Заебал, блядь. Мужики, я клянусь, что? Хочу сдохнуть. Да не да. Зачем ты хватает? Стойте на. Наконец-то, блядь. Сейчас они раздуплятся, потом. Кто там под. Китас живу. Дай платье. Ну ты напиши. А, во, видите, пацану. Типа друидов еще больше апы. Че, кстати, добавили или не добавили эти скрипты идола? Не добавили. Нет. Добавили. Так, я рыбу поставлю. Поднимайте оставшиеся. Йен, да толку с такими ценниками. Без измененных прок, только на друидов. Да. Леха, ты тут пришел? Нет, Лехич. Дай помощника хотя бы Гене. Что-то молчаливый Леха у нас какой-то сегодня. Он ему с вчерашнего форума хватило. Адмирала пока что. Адмирала, кикни, пожалуйста, Лех. Ты сам можешь? Желательно из гильдии. Да не могу я помочь. А, у него помощник. А пара этриков, а футболка танков, апхантов. А кто где нашел, я чуть не вижу. А, во. Че вообще эти бэшки покупают на ауке? Ой, они там стоят по 200-300 голд. Типа покупать-то покупают, но не очень дешево. Ну дропнули лут они стопудово на пустоту, пидоры. Что за бред-то, блядь? В ЗС ни одной не выпало, сейчас ни одной.
Это все заговор, по-любому. Искусственно донат, чтобы донатили. Все. Так, давайте этого чувака под звезду сразу льем. Двадцать секунд, пипи, отойду, а то взорвусь. Это что, БДК танки теперь в Т5 танки? Они там, что-то говоря, 300% увеличили. И угрозу увеличили. Наоборот, ДК надо агро резать. То он что-то слишком имбовый в этом отношении. В смысле? Блять, в Т4, понятно. Ну, еще когда я ходил, челик просто говорил, а я не парюсь, если стою на боссе, только ЛП нажимаю, типа, и все, типа, одну кнопку. Это нормально, ты считаешь? Да, это он со мной не ходил, этот челик. Ну, типа, ты в любом случае одной ЛП жмешь, если ты в Т4, у тебя там макро стоит на ЛП руник. Больше нихуя не делаю. Полтору. Такого не бывает. Ну, это почти я. Это то же самое, что сказать, все классы однокнопочные. Одну кнопку только жмут. Маги, фаер. Я давно говорю. Я вот давно говорю, что Элем это очень сложный и умственный класс. Умственно отстал. Ну, это кто там сказал нам? Слышь, одноразовый. Где мой секстан? Мужики, всем привет, а вы где сейчас? Пока.